Eine gute Nachricht, es gibt endlich auch eine russische Version meines Liedes Gospodin Präsident, das ich nach dem Text von Alexander Delvinov geschrieben habe. Und ich habe lange gesucht nach einem Interpreten und jetzt habe ich ihn gefunden. Dima Makliakov heißt er, ist 1976 in der Ukraine geboren, war in Kiew am Wissotsky Theater und selber Liedermacher, Regisseur, Sänger der Band DVS. Er wohnt inzwischen in Polen und er hat die Musik von Wissotsky halt mit der Muttermilch aufgesogen quasi. Und tatsächlich hatte ich mir, als ich das Lied geschrieben habe, so ein bisschen sowas vorgestellt, was in dieser Tradition von Wladimir Wissotsky, dem großen russischen Liedermacher, steht. Und da bin ich sehr froh, dass der Dima das auf seine ganz eigene Art aufgenommen hat. Also er ist kein Epigone, der da nur irgendwas nachmacht. Er interpretiert das aber wunderbar und sehr eigenständig. Господин Президент, вами отдан преступный приказ. И хотя ваши трубы трубят нам веселые марши, вы обманете многих, но вы не обманете нас. Вас не спрячут ни стены дворца, ни высокие башни. Господин президент, вы не царь, просто жулик и вор. Узурпатор и лжец на развалинах старой империи. Не победу военную вы обретете позор. Даже те проклянут вас, кто вам поначалу поверили. К сожалению, кровью залить вы успеете мир. Меж стволом и штыком выбирает свободу победа. Вам служить не хочу, и поэтому я дезертир. До конца моего безнадежно короткого века. Твердите про высшую цель, безопасность страны, и в животик целуете детку. Но вы вовсе не князь, собиратель отцовских земель, лишь тиран, что не верует даже в свою контрразведку. Только зеркало скажет, как есть, господин президент, что другие живут и румяней, и как-то милее. А у вас во дворце вроде шел, да на ощупь брезент. И хотя много комнат, но хочется выйти скорее. На простор, на обрыв, где лишь ветер, себе командир. Но куда вам бежать от себя, так и бьетесь с собою. Мне не нужен ваш бой, и поэтому я дезертир. Бить людей не мое, я иду за своей судьбою. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie nicht nur hineinhören in die Musik, sondern das sich auch herunterladen auf Bandcamp. Da gibt's nämlich da noch einen Obolus für russische Deserteure. Еще жив, господин президент. Тот мальчишка, что тоже мечтал о счастливом финале. В темнице души он томится, как иноагент. А у деда иные мечты, а точнее печали. Не отравят ли эти, не мутят ли заговор те? Не смеются ли вслед, не кривляются ли за спиною? И диктатор стареет, банальный, как зло в пустоте.